быстро и безопасно перейти дорогу. И бегом домой. Ребят, разочарование. Пока я думала, брать мне конфеты или нет, пачку, которую крутила в руках. Сколько их там было? По-моему, 3 или 4 коробочки. Пока сбегала в холодильник за просрочкой, посмотреть, что там. Возвращаясь, все-таки надумала взять эти конфеты. 8 рублей, получается, стоила коробочка. 200 с чем-то грамм, по-моему, там было. 215, что ли. А нету! Все, прощелкала я. Я не поверила своим глазам. Подхожу к отделу, а конфет нет. Блин! Как это я так долго думала, представляете? Хотя там прошло, ну, минуты 2. Ну, 3 максимум. Ё-моё. Какая-то я нерасторопная, что ли, сегодня. В общем, я без бельгийского шоколада. Без бельгийских конфеток. Они, наверное, такие вкусные, да? Интересно, кто ел, пробовал здесь. Потому что здесь конфеты очень дорогие. Я тоже хочу поснимать. Рыб снимает. А их здесь очень-очень много. Блогер, наверное. Один снимает, а вокруг него зеваки. Так, пошли, ребята. Кстати, с этой стороны их навалом. Там теннисный кортик. Ух, ребята, жарковато, правда жарко сегодня. Так, 4 минутки, я уже дома. Вот оно, красивое, маленькое-маленькое гнездышко. Никто еще туда не заселился. Ну и вряд ли, наверное, кто-то и заселится в будущем. Мне кажется, они строят гнездышки только на одну кладку. И все. Кошкин дом. Еды пачками. 2 огромных тарелки внутри стоят. Но у них еще и подворовывают птицы. Но, по-моему, здесь этой еды хватит на всех. И на птиц, и на кошек, и собачек. Ой, никого, да? 2 часа. Начало 3-го, ребята. Ну, наверное, чуть больше, потому что я вышла в 2. Где-то сейчас 3:30, наверное. Я быстро сегодня в супермаркете. Мигом. Раз-раз и все. Лук взяла, морковку на жаркое. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Видите, птиц сколько здесь. Халявщиков. На еду кошачью. Вот какой красивый сделан. Ой, из травушки, муравушки. Шторка. Чтобы никто не позаздрился. Вон, корма сколько. Водичка свежая всегда у них здесь. Да. Для котика здесь одно только удовольствие. Кто хочет быть таким котиком? Их здесь и ласкают, и чешут, и любви сколько отдают. Вон, показывала же женщина и мужчина. Здесь очень часто их встречаю. Они практически в одно и то же время ходят, по-моему, 2 раза в день. 1 раз утром и 2 раз вечером. Помимо этого корма, они еще их кормят жидким кормом, какими-то консервами. Расчесывают, с чесалками ходят. О, да здесь рай котячий. Аж завидно. Мне кажется, да, домашним котам столько любви и заботы здесь не дают, сколько уличным. Ой, какой здесь аромат стоит. Вернулась я все-таки на свое любимое место, к сирене. Под куст сирени. Здесь так пахнет.
боже мой. Внизу и наломать нечего. Маленькие веточки. А вверху не дотянусь, чтобы сломать хотя бы одну. Ой, какая прелесть. Ой, ой, только хотела сказать, у меня лак-то точно такой есть. Думала, сегодня тоже этим лаком накрасила ногти. Нет. Ой. Ой, какая же ты ароматная. Ой-ой-ой. О. А там целый бой шмелей за нектар. Ко мне вышел китюнька. Китюнечка травки вышла покушать. А вон вторая китюнька тоже пришла здороваться со мной. Здравствуйте, китюньки. А я здесь сирень нюхаю. А здесь два скворца разбойника. Вот они не любят котов и нападают на них. И, по-моему, они глаз на этого котика положили. Теперь мне что, тебя, котик, стоять и охранять, что ли? Чтобы на тебя случайно не напали? А китюня знает, озирается по сторонам. Знает, опасность сверху может настигнуть. Какие противные скворцы. Прянь, орут на него. Че орете? Сейчас как прыгнет за хвоста вас, как дернет. И обскубет полностью. Ладно, китюнька, давай. Я надеюсь, ты справишься с ними. Сразу беги, если что, в кушури. Прячься. Так. А я домой. А я все домой. Сейчас. Женечке расскажу. Ой. Что девушка делала? Сейчас Женечке расскажу страшную историю. История разочарования, что со мной произошло. Она что-то... Ой, боже мой, листик упал, я уже перепугалась. Что-то ищет, кого-то ловит она. Понять не могу, кого. Стрекозу, что ли? Или бабочку? Не знаю. Стрекозку, наверное. Зачем? Непонятно. Давай расскажу Женечке, как я проворонила, прогавила конфетки. Да. Это надо уметь. Давайте. Господи, боже мой. По сигналу. Точно стрекозу. Детенышу. На радость. Стрекозку. Hello. Бутузику. На развлечения. Ой, мы тоже, помните, в детстве ловили и стрекоз, и бабочек. Приносила бабочек домой. Разных. У меня коллекция была бабочек. Не знаю, кто мне надоумил. Приносила, и я у мамы просила иголку. Да еще в детском саду тогда еще училась, я помню. Просила иголочку, и иголочкой прям протыкала и насаживала бабочку на иголку. А иголку встромляла в оконную раму на кухне. Вот моя коллекция была.